Пожалуйста, хорошего дня. Рад приветствовать вас... О, Райан, здорово, как ты? Привет. Слушай, буду краток, я тут кое-что нарыл по нашему делу. Опять скриншот из игры? Райан, мне уже самому кажется, что это все бред полнейший. Нет, я похоже, достал точные координаты. Едем завтра. Я с Джо уже договорился. Ну, в худшем случае просто искупаемся. Тогда давай, до завтра. Встречаемся на нашем старом месте в полдень. Да, давай, пока. Спокойной ночи, сынок. Опять гулял весь день? Кейт, ну не начинай, пожалуйста. Что не начинать, а? Ты что не начинать? Ты уже месяц только гуляешь и ничего не делаешь. Я ищу работу. А я устала, ясно? Устала. Нам деньги нужны, а ты гуляешь. Да сколько можно? Кейт, я... Найди работу, Райан. Не хочу больше с тобой говорить. Я дома. О, привет, мам. Я лекарств принес. Мы почти собрали деньги на операцию. Меня завтра не будет, и тетя Сара пообещала посидеть с тобой. Вот. Спокойной ночи. Эй, Райан, чё поникший такой? Моя злится, что работу не ищу. Ну так она же права. Тебе сына кормить надо. Да найду я работу. В конце концов, меня Стив может устроить к себе, так ведь? Да, конечно. Райан, возьми. Парни, поставьте 13-ю частоту. Так, проверка. Слышу. Все слышно. Отлично. Буду ждать вас тут. Только без нас не плывай. У меня тут спальный мешок, топливо и еды на сутки. Не бойся, не уплыву. Так, Райан, давай на исходную. Висит у тебя на поясе. Это счетчик Гейгера. Мало ли что там будет. Кстати, что мне стоит ожидать от этого путешествия? острых ощущений и, если повезет, сенсационный материал и горы бабла. Это то, что мы ищем? Или его отголоски? Друг, похоже, это именно тот корабль с неизвестным грузом, из-за которого вся эта вот возня началась. А кто твой информатор? Да, мы, может, и договорились об этом не упоминать, но все же. Возможно, меня просто обманули на деньги, но если ему верить, то мой информатор знакомый капитана того судна. Звучит, конечно, неубедительно, но проверить все равно стоит. Джо, прием, проверка связи, как слышно? Слышу прекрасно. Пью пиноколаду. Солнышко сегодня печет. Ну давай, давай, отдыхай. Что-то мы долго спускаемся. На эхолоте глубина была не такой существенной. Возможно, это просто мандраж. Хотя, погоди. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть. В смысле чуть-чуть? Тут спокойно может быть метров 200 до дна. Ну как же, они растут у самого дна, невысоко. Тебе нужно больше читать и узнавать об океане. Если хочешь стать настоящим... Стив, стой! Ай! Вот же дрянь! Ах. Джо, мы нашли! Прием! Принял, ожидаю вас тут. Жуткое зрелище. Давай не будем медлить. Мы и так сюда долго спускались. Ты прав. Посмотрим, что внутри. Ты снимаешь? Да, еще с погружения. Нам желательно найти то, что тут перевозили. Но мы нашли судно, а это уже многого стоит. Похоже, это отсек для балласта. Видишь, тут насосы. Тут должен быть проход в техотсек, а затем и в жилой. Склады где-то по пути. Понял, но будь аккуратней. Судно лежит тут достаточно долго. Мало ли что может случиться. Эту дверь заклинило, так что давай пройдем по тому туннелю. Смотри, тут можно пролезть. Черт! Райан, ты цел? Да, все нормально. Прием. Оставайся на связи. Я найду другой проход. Скоро увидимся. Понял. Если зазвенит таймер, то советую поторопиться. Понял тебя. Старая посудина. Допугала, сволочь. Будем надеяться, я не похороню себя здесь заживо. Дурацкий спрут. Наткнулся на спрута. Напугался до чертиков. А ты как там? Рация сдохла, что ли? Ладно, надо найти Райана. Жуткое местечко. Кто тут? Райан? Райан, это ты? Так, надо выбираться отсюда. Может, у меня хватит сил выбить иллюминатор? Как-то голова кружится и... Стивен, у меня какой-то металлический привкус во рту, прием. Рация, что ли, сдохла? Что это? Почему это все еще горит? Что это за материал? Скажи мне, Райан? Стив, сколько у нас еще времени? Таймер уже прозвенел, нам надо уходить, срочно! Уходим! Что? Нет! Райан, что случилось? Баллон! Я проткнул баллон! О, черт! Что делать? Всплывай, а то мы тут оба потонем. Нет, Райан, я не всплыву, нет! Я тебя тут не брошу. Возьми камеру, возьми быстро. Передай Кейт, что я люблю ее. Райан, не глупи. Стив, у нас нет времени. Если ты будешь здесь торчать, то мы оба подохнем. Но... Уплывай! Ты же сам мне говорил про кессонную болезнь. Быстрее! Я помогу твоей семье. Все будет хорошо, слышишь? Я приеду и расскажу все. Райан, прости, ради бога, прости меня. На тебя я теряюсь, прекрасная жизнь. Если ты мне когда-то приснилась, когда-нибудь снова приснись. Наша молодость, синее пламя, мы парим, мы горим над водой, ты плюешься своими зубами, и черпа, ты доволен собой. О, прекрасная жизнь, научи меня ярче гореть, ты сорвешь мою голову с плеч, ты сожжешь. Тебе что-то сказать. Научи меня лучше молчать. Что? Что за черт? Джо, прием! Джо! Этого просто не может быть! Джо, прием, ответь! Что это было?